Традиционно накануне Дня защитника Отечества руководитель военно-патриотического клуба «Держава» Валентин Тришин проводит для школьников уроки мужества. На одном из таких патриотических занятий побывала и наша съемочная группа. Валентин Михайлович Тришин в период месячника патриотического воспитания молодежи постоянно выступает в школах и затрагивает различные темы. В этот раз учеников старших классов ждал увлекательный урок невероятно опасной работе сапера. А сейчас я решил рассказать там, где я служил. Это то, что моя профессия – сапер. И вот поэтому это мне близко. Я им задаю вопрос, потому что все знают десантников, все знают там спецвойска, спецподразделения, разведчиков. А про сапера забывают. Хотя у них очень много героев Советского Союза. И тяжелая служба у них очень тяжелая была. Профессия сапера относится к высокоответственным, поэтому этим людям присущи такие качества, как смелость, выносливость, высокий уровень самоконтроля, выдержка и аналитический склад ума. Сапер в войсках выполняет ответственные задачи по установке минно-взрывных заграждений, обезвреживанию и уничтожению мин и фугасов противника. Валентин Михайлович подробно рассказал школьникам об этой нелегкой профессии и о том, как работали саперы во время военных действий в Афганистане. Не всегда сапер мог обнаружить опасный объект с помощью оборудования, ведь были мины и с пластиковым корпусом. Тогда на помощь приходили собаки, они искали взрывные устройства по запаху. Урок получился интересным и познавательным. Ребята с удовольствием слушали Валентина Михайловича и задавали вопросы. Мне нравится это. Преподаватель нравится. Доносит хорошо. Мне нравится, что именно не читают, а именно говорят своими словами, что все понятно, более доступно. Можно посмотреть, какие именно мины, то есть показывают, рассказывают. В этот раз школьники узнали о работе саперов, но уже на следующий урок мужества Валентин Тришин подготовит новую тему о подвигах наших солдат. Виктория Беляева, Егор Гриц, новости Славянки.